Это был первый опыт вообще наш такой, что мы что-то разыгрывали глобально. Ну, на самом деле, давно хотелось, если честно, давно хотелось, потому что подарковая ниша, она на самом деле всегда ожидаема праздниками какими-то. И хочется людям дарить, не только продавать, но таки дарить подарки, делать много всего теплого для людей. И поэтому вот поучаствовали в такой викторине в течение месяца, мы разыгрывали каждый день призы. Мне кажется, оно получилось, потому что мне много людей об этом говорили, что они слышали, и все было классно. Дарили, значит, два вида вертолетов небольших. Это миньон летающий, который управляется ладонью от фотометки Angry Birds. И игра такая веселая, это новинка на украинском рынке, Snap and Catch. Это больше на лето ориентировано, на координацию для детей. Я думаю, что она повеселит жителей нашего города. Гироскутер – это наш суперприз. Ну, что такое гироскутер? Он же Segway. Транспортное средство, можно его и так назвать, которое работает от аккумулятора. И оно, ну, я думаю, тоже кому-то будет очень таким классным подарком к Новому году.